Мило, что Рудольф одолжил нам машину. Это его не стеснит? У него их 6, не проблема. На что еще тут тратить деньги, кроме бриллиантов и часов? И зачем вам в это ввязываться? Не верится, что Померов может быть в чем-то замешан. Он был мне как родной. Въезд прямо по дороге. Помните, что я говорил? Все по плану, без фокусов. Дело серьезное. А они поверят, что вы телохранитель? Было бы странно, если бы вы явились без охраны. Да, Россия. Без охраны ни шагу. Хорошо. Ну что же, ваш выход. Остановите! Я пришла к Степану Померову. Он ждет вас? А сами-то как думаете? Мой охранник подождет меня здесь. Ему нужно перекусить. Поставьте машину вон там. Он пусть ждет в гараже. Спасибо. Сдайте оружие. У вас 5 минут, чтобы попасть в кабинет Померова. Потом подниму шум. Я справлюсь. В этом вся суть. Да? Извините, что отвлекаю. Нам удалось взломать сервер Померова и найти материалы исследований Тедварда, но скопировать их не успели. Скачайте материалы через центральный терминал в серверной. Думаю, получится. Как туда попасть? Отправил координаты вам на смартфон. Видал, Померов сегодня на новой иномарке. На черный? Ага, из Франции привезли. Велел за ней присматривать. Жаль, не попросил обката. Да какое там? В общем, смотри, чтобы с ней ничего не случилось. Ладно, ладно. Уж думала, придется отменять совещание. Купи себе нормальную машину. Твоя развалюха ломается каждый день. Вовсе не каждый. Ну да, Саша. Помнишь, ты меня однажды подвозила, мы встали и 2,5 часа торчали в чистом поле. Добро пожаловать в Померов Индустрис. Вас ожидают. Пожалуйста, присаживайтесь. Участникам климатической комиссии просьба пройти в главный конференц-зал.
вас не полетит в служебные помещения. В серверной все тихо. Хорошо. Пока Померов здесь, не рисковать. Огонь по нарушителям без предупреждения. Понял. Зачем мы тратим время? Что тут охранять? Ты что, не слыхал, что в казино произошло? Нет. Кто-то ворвался, устроил перестрелку. Вроде как у Померова хотели что-то украсть. Какие-то документы. А, ясно. Вот почему решил поднять всех на уши. Опять залепило снегом. Принял, я тут недалеко. Сейчас все сделаю. Восемь семь. Перерыв окончен. Проверяю вход. Принял, 8-7. 3-5, у вас перерыв. 8-7 вас сменит. Вас понял, штаб. Рад это слышать. Отряд 9-6. Кто у вас? Бонд, материалы не здесь. Вам нужно в компьютерный центр. Учтите, там стоит биометрическая защита. Только у самого Померова есть доступ ко всем помещениям в этом здании. 007. Вам нужны его отпечатки пальцев и запись голоса. Довольно любезности, милая. Вы пролетели полмира не для того, чтобы выпить со мной водки. Что вы предлагаете? Я внимательно слушаю. Это отпечатки Померова. Осталось заполучить образец голоса Померова. Так во сколько встреч? А, да, я забыл.
отложили. Зато есть время причесать все цифры. Ну да, там все нормально. Проблемы только с экологическими показателями. Что за проблема? Ничего об этом не слышала. Да так, ерунда. Сибирь? Кто-то не прочитал. Приветствую вас. Я Степан Померов, президент компании Померов Индастрис. И я приглашаю вас на нашу фабрику. Это голос Померова. Теперь у вас есть доступ к компьютерному центру. Он отмечен на вашем смартфоне. На перерабатывающем заводе в Сибири. Его построили в 70-х, а в середине 90-х уже закрыли. Принял, иду туда. Не может быть. Рабочий случайно его задел, и все вспомогательные генераторы отключились. И они позвонили вам, даже не проверили. Здравствуйте, господин Померов. Глядите в оба, парни. Нужно постоянное патрулирование. Мы должны обеспечить безопасность компьютерного центра. Ясно. Кто почистит камеру возле озера? Похоже, ее опять залепило снегом. Принял, я тут недалеко. Сейчас все сделаю. Перерыв окончен. Проверяю вход. Принял, 8-7. 3-5, у вас перерыв. 8-7 вас сменит. Вас понял, штаб. Рад это слышать. Отряд 9-6. Что у вас? Пока ничего. Проверяем восточную сторону периметра. Все тихо. Вас понял, 9-6. Не скучайте. Ладно. Последний участник климатической комиссии прибыл? Нет еще. Но он выехал из аэропорта. Опять. Вы должны проверить генераторы. Уже проверили. Никаких проблем. Кто почистит камеру возле озера? Похоже, ее опять залепило снегом. Принял, я тут недалеко. Сейчас все сделаю. Все стабильно. Хорошо. Значит, еще несколько циклов, и мы дойдем до последнего уровня. Лишь бы рабочие показатели не упали. Не упадут. С этим мы уже давно разобрались. И в чем дело? Нужна твоя помощь со основом HR-5. А что вы с ним делаете? Смешаем с G60, посмотрим, как справиться с перекрестным загрязнением. Сразу скажу, не сработает. Нужен связующий агент, иначе ничего не выйдет. Попробуем формулу F-29. Заодно это добавит теплостойкости. F-29? Об опыт? Об да, мои коллеги подумал. Уже несколько лет этим а занимаются. Выглядит многообещающе. Если так и есть, нам нельзя это игнорировать. Там еще не початый край работы, насколько я знаю. Но присматривать за этим стоит. У них хорошее финансирование, иностранные инвесторы. Так что от них будут добиваться реальных результатов. Посмотрим. Скоро узнаем. Позову, когда будем готовы. Да, хорошо. Мне будет интересно посмотреть. Черт! Сигнализация не должна была сработать. Теперь нам нужно время. Не убирайте телефон. Сможете продержаться? Если нет, вы узнаете первым.
40%, Бонд. Бонд, ближе к центральному терминалу. Бегом, прикройте! %, почти готово. Взломан 007. Просканируйте центральный терминал и войдите в сеть фабрики. Теперь у вас есть доступ к центральному терминалу. Это Бонд. Где вы, 007? На фабрике Померова. Все оказалось еще хуже. Тут целый завод, где производят тонны биооружия. Уничтожить сможете? Я вам перезвоню. Пустой!
бегу! Прикройте! Уничтожить его! Проверь тот участок, остальные со мной. Патруль 2-6 входит в сектор С. Никаких следов объекта. Понял, 2-6. Прибыл. Осмотрите сектор 16. Парни, вы ничего не видели? Штаб говорит, он должен показаться здесь. Нет, у нас все тихо. Тут повсюду наши патрули. Смотрите в оба. Он был в 2 метрах от Померова. Боже. Да, будьте начеку. Проверю остальные отряды. Есть, сэр! А? С этого пульта можно управлять основными системами фабрики. Подойдите к центральному экрану, я проведу диагностику.
Если получится вызвать перегрузку охлаждающей и вытяжной систем, запустится разрушительная цепная реакция. Вам надо найти вентили 007, чтобы уничтожить биологическое оружие. Долго нам еще тут торчать? Не знаю. Видимо, пока нарушители не поймают. Значит, уже скоро. При мне тут никогда такую тревогу не поднимали. Тут да, кто-то есть. Что-то Померов нервничает. Вы двигаетесь к станции охлаждения. Надо вывести ее из строя, 007. Мной!
Открыть огонь! Сюда! Прикончить его! Могу прицелиться! Прикончим его! Сюда! Есть, Бонд. Получилось. Найдите вытяжной вентиль и отключите системы терморассеивания. Надо уходить отсюда! Бежим! Судя по схеме 007, этот путь ведет к вентилю вытяжной системы.
Закройте его, чтобы нарушить терморегуляцию оборудования. Личность диверсанта выяснили? Нет. Предполагают, что тот же парень, который был в казино Померова. Но никто пока не может его опознать. А какая разница? Все равно он почти труп. Просто еще один труп в озере. Смотрите в оба! Патруль, прием. Доложите обстановку. В секторе 4 ничего. Охрана периметра, ответьте. Охрана периметра, порядок. Все тихо. Кто-то есть? Всем разрешена стрельба на поражение. Нарушителей стрелять на месте. В секторе 7G... Отходим... Вон там! Прикройте! Получилось, Бонд. Активируйте центральный пульт. Цепная реакция должна уничтожить оружие.
активируйте центральный пульт. Запустите цепную реакцию. Николь? Джеймс, где вы? Почему так долго? Заведите машину и ждите меня немедленно. Будет сделано. Где вы? Скоро буду. Меня задержали. Давайте скорее сюда.
Пересядьте, я поведу. Вы целы? Да, кажется. А как там Померов? Он сбежал. Он садился в поезд, перевозящий химикаты в порт. Погрузкой занялись его люди. Где это? Вон там. Надо остановить его, пока он не вывез оружие из страны. Держитесь! Вы спятили? Я же говорил, это дело серьезное. Вот он, пытается сбежать. Пристегнитесь, догоняем поезд. Николь, вы целы? Кажется, руку сломала. Ну-ка, покажите. Пока будет так, а потом найдем врача. Вы и правда мой телохранитель. Что это? Поезд тормозит. Похоже, это порт. Надо найти Померова. Возьмите и ждите здесь. Нет, нет, я с вами. Справитесь? Да. Только не бросайте. Идем. Заводи машину. Уходим отсюда. Живо! Занять курс 220. Но там же катера. Ну и черт с ними. Идите на пролом! Там десантный катер. Когда доберемся, сможете сесть за штурвал? Да.
Но будьте осторожны, Джеймс. Если пуля пробьет бак, будет утечка биологического оружия. Все погибнут. Я это учту. Мы засекли Бонда. Кажется, он сейчас на хвосте у Померова. Сейчас будет картинка. Померов на экранноплане класса К. Бонд и Николь на десантном катере. На борту также многочисленные противники. Сейчас появится звук. Включаю. Двигатели работают на полную, но мы все равно отстаем. Катер тяжелый. Трудно набрать скорость. Надо избавиться от лишнего груза. Так, Николь, держите курс. Не открывайте дверь. Мы не одни. Да, хорошо.
Возвращаюсь на мостик. Джеймс, он выпускает ракеты. Держите курс!
Планы меняются! Капитан, а ваши люди справятся с ликвидацией тонн биооружия? В России нет биологического оружия. Понятно. А зачем экипажу костюмы химзащиты? У вас на Западе одна песня. Вечно ищете оружие массового уничтожения. Бросаетесь воевать. А правда, нет ничего. Знаете, сколько бумажек пришлось бы заполнять, будь тут у меня это оружие? Очевидно, я ошибся. Да. И, кстати, наше правительство объявит протест в адрес ваших властей из-за того, что вы тут учинили. Уж в этом я не сомневаюсь. Джеймс, как вы? Лучше, чем вы. А это... ерунда. Зато я придумала новую серию браслетов. Правда? Гипс сниму через неделю. Пара дней отдыха на частном острове на Бермудах, и все заживет. Хотите со мной? Самолет ждет? Увы, не могу. Надо тут немного прибраться. Вы уверены? Мы бы устроили друг другу весьма интересные приключения. Заманчиво, но... кстати, этот ваш друг... не обидится, что мы разбили его машину? Он этого ожидал. Знает, что я плохо вожу. Вечно разбиваю машины. В Лондоне про меня говорят то же самое. Ну ладно. Поздравляю с успехом операции. Спасибо. И спасибо, что помогли все устроить. Вы точно не хотите поехать со мной? Не могу. Ну, может, еще увидимся. Я в этом не сомневаюсь. Чао. Пока. Почему вы ее отпустили? Она была ваша. Нужна комната, уединенная. Поздно, женщина уже ушла. А вам ничего не нужно убрать? Гипотетическое биооружие? В отделении на втором этаже. Третья дверь направо. И передавайте Ми-6 привет от меня. Непременно передам. Это Бонд. Да, я ждала вашего звонка 007. Померов мертв, фабрика уничтожена, остатки биологического оружия у русских. Я знаю. Премьер-министр уже общался с их правительством. Будет дипломатический конфликт. Возвращайтесь. В Лондоне обо всем доложите. Нет. Это еще не все. Анонимка о биологическом оружии поступила не от ученого. В тот момент его пытали. Кто-то хотел сдать нам Померова. Вопрос, кто и почему? Что вы предлагаете? На мобильном курьера в Стамбуле все звонки были местными, кроме одного, неотвеченного. Пусть Теннер из отдела Q разберется. На чей звонок курьер не ответил и почему?